Здравствуйте. Сегодня, в разгар праздника Песах, вспомним о том, что он традиционно называется еще и праздником свободы. Вот об этом мы сегодня и поговорим. И тема, кстати, очень и очень непроста. Что такое свобода? Существует ли она или является недостижимым абстрактным идеалом? Как максимально приблизиться к свободе индивидуальной и общественной? И стоит ли попытаться это сделать именно сейчас, в пасхальные дни? Мы постараемся сегодня ответить на все эти вопросы, но начнем с попытки выяснить, считают ли себя свободными современные израильтяне. Мы все стремимся быть свободными и больше всего ценим свою свободу. Но понимаем ли мы сами, что это такое? Эрих Мария Ремарк написал однажды, что легче понять, какой свобода не бывает, чем какая она есть. И действительно, если мы заглянем в толковый словарь, среди 12 определений всех оттенков понятия «свобода» мы не найдем ни одного, который бы не строился через отрицание. Например, отсутствие политического и экономического гнета, стеснений и ограничений в общественной жизни. Или состояние того, кто не находится в заключении, под арестом, в неволе. В таком случае, существует ли свобода вообще? А может быть, ее нет, как думали многие философы? Жан-Жак Руссо, например, утверждал, «свободным родился человек, но везде он закован в железо». Николай Бердяев уверял, что человек раб, потому что свобода трудна, рабство же легко. Этому же учил Бернард Шоу, провозгласивший, «свобода – это ответственность, вот почему все ее так боятся». Это же диктует автор психоанализа Зигмунд Фрейд. Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность большинство людей... Интересно, а что думают по этому поводу современные израильтяне? Настоящая свобода ни от кого не зависит. И ни от чего не зависит, в принципе. Делай, что хочешь. Что? Истинная свобода – это когда человек может думать или делать, что он захотит. Что ему понравится, он купит, например. Свобода слова для всех граждан, настоящая свобода слова, без всякого давления. Равноправие полов, равноправие для христиан и мусульман, сосуществование. Мир, по-моему. Решить самому себя, чего ты хочешь в этой жизни. Все, это и есть свобода. Свобода – это дом, семья. Свобода – это быть семьей в каньоне, и чтобы не нужно было идти на работу. То, что мы живем в этой стране и делаем, что хотим. Настоящая свобода – чувствовать себя, наверное, уверенно везде и всюду. Настоящая свобода? Ну, это, по-видимому, внутренняя свобода у человека. Больше духовная свобода, чем физическая, скорее всего. Свобода? Я не знаю, когда, если человек счастлив, значит, он действительно свободен. Очень тяжело ответить. Я не знаю, что такое свобода. Даже не знаю. Так что же такое свобода? Достижима ли она? И стоит ли к ней стремиться? Решение за нами. Только если оно будет неправильным, то тогда может сработать принцип, который сформулировал один из идеологов французской революции – Оноре Мирабо. Добровольные рабы производят больше тиранов, нежели тираны рабов. А ведь мы этого не хотим. Итак, как оказалось, с определением понятия свободы у многих из нас есть некоторые затруднения. Почему это так? Поговорим об этом с моим гостем, который, как я надеюсь, поможет нам точнее определиться со статусом свободы, по крайней мере, юридически. И я с удовольствием представляю вам адвоката Ариэля Булштейна. Добрый день, Ариэль. Добрый день, с праздником. Да, спасибо. Так все-таки праздник свободы, а свобода существует на самом деле? Что по этому поводу думает человек, гражданин и адвокат? Мне понравился один из ответов, где было сказано, что свобода – это некий идеал, к которому мы стремимся. Тут есть две части в этом ответе. Во-первых, это действительно идеал, а во-вторых, мы должны к нему стремиться. И в этой связи хотелось бы вспомнить определение свободы, которое дал один философ, не еврей. Но он сказал, что свобода возможна только в пространстве 10 заповедей, которые еврейский народ получил на горе Синай. Интересно, не еврейский философ пришел к такому выводу? Именно поэтому это вдвойне интересно, но это отвечает на вопрос, что же такое настоящая свобода. Ведь многие... Думая про свободу, думают в первую очередь про отсутствие каких-либо ограничивающих рамок. Раз нет никаких ограничений, говорят они, значит, мы свободны. И вот этот философ помогает нам понять, что как раз-таки наоборот. Когда нет никаких ограничений, нет никакой системы ценностей, не может быть никакой свободы, потому что люди тогда не свободны, а преданы просто велению различных обстоятельств, которые определяют за них, что с ними произойдет на завтра. Они действительно свободны, им только так кажется.
А если эти рамки тесны, где та граница, докуда можно отодвигать рамки, а вот дальше не-не? Ну, раз уж мы заговорили про того философа, он как раз сказал, что это рамки 10 заповедей, которые еврейский народ получил. С моей точки зрения, они как раз таки вполне вольготны для того, чтобы обеспечить свободное состояние с одной стороны, с другой стороны, не дать обществу скатиться в состояние безразличия. Ведь на самом деле отсутствие рамок – это не отсутствие свободы, а ситуация безразличия. Потому что в этой ситуации, когда нету четких ориентиров, нам фактически все равно, что с нами будет. Да? То есть, например, если нет заповеди «не укради», получается, что нам не важно, украдет кто-то или не украдет. Я не считаю эту ситуацию ситуацией свободы, а скорее действительно полным безразличием к тому, что происходит со мной, что происходит с моим ближним, что происходит с нашим обществом. И мне бы не хотелось жить в таком обществе. Рамки 10 заповедей, они теснее тех рамок, которые определяют, так скажем, современную юриспруденцию, или шире? Ну, во-первых, современная юриспруденция, по крайней мере, в ее идеалистическом восприятии, далеком иногда от того, что происходит в жизни, это действительно система, которая основывается исторически на тех самых 10 заповедях. Поэтому, безусловно, она доведена в некоторых обстоятельствах до более точных формулировок, тех или иных процедуральных вещей. Но, в принципе, она на них основана. Поэтому я считаю, что, по крайней мере, в идеале мы стремимся и в юридической жизни прийти к той самой ситуации, когда мы ведем себя по 10 заповедям. Насколько мне известно, то ли под влиянием римского права, то ли еще где-то там по пути, но все-таки юриспруденция современная обросла такими вещами, которые, например, 10 заповедей не подразумевают. Например, тюрьма. В еврейском законе отсутствует понятие тюрьмы. Человек не должен быть заключен за стенках. Наоборот, он должен иметь возможность свободно перемещаться, так сказать, в пространстве и исправлять тот ущерб, который принес кому бы то ни было. Зачем это было добавлено? И вообще, зачем добавлять, если эти 10 заповедей так хороши? Нет сомнения, что 10 заповедей хороши. Дело в том, что и еврейская традиция в последующих веках произвела различную работу, которая привела к тому, что есть различные трактования этих 10 заповедей, и они точно так же, как и в римском праве, которое было упомянуто, объясняют нам, как действовать в каждой конкретной ситуации. Что касается тюремной системы, то и здесь, в том числе и еврейское право, но и современное израильское, видит в тюремном заключении не только ограждение преступника от общества, но и предоставляет ему, или, по крайней мере, пытается предоставить ему возможность в рамках тюрьмы исправить содеянное. Например, произвести некую внутреннюю работу над собой, с тем, чтобы, когда он покинет пределы тюрьмы, он стал бы лучшим человеком. А в тюрьме можно быть свободным? Я думаю, что в тюрьме, опять-таки, сразу хочу сказать, не из собственного опыта, но я в теории думаю, что в тюрьме можно ощущать себя свободным. И человеческая история полна ни одного примера, когда люди, которые находились в заключении, рассказывали потом, что их мысли, их душа не ощущали никаких ограничений, несмотря на то, что тело было заключено иногда даже в карцере. Это как в еврейском анекдоте. Два еврея сидят в карцере, и, наверное, карцер все-таки одиночная камера. Может, в камере на двоих. Один сидит спокойно на нарах, а другой ходит из угла в угол, из угла в угол. Говорит: слушай, Хаим, ты что думаешь, когда ты ходишь, ты не сидишь? Ослабься, все нормально. Во-первых, великолепный анекдот. Он действительно показывает относительность любой нашей ситуации. Один человек, находясь в тех же самых стенах, ощущает себя беспокойно, а другой при этом может предаваться своим мыслям. А адвокаты более свободные люди, нежели остальные граждане? Я думаю, что пришло время разбить миф о том, что адвокаты чем-то отличаются от остальных людей.